дальше мы будем даже что-то петь. Ну, что могу сказать? За возможные эстетические, интеллектуальные и моральные травмы ответственность нести мы не собираемся. В любом случае, вас предупредили. Слишком удовлетворенным, скажу сразу, его написал не я, а моя тогдашняя girlfriend. Ничего не слышно, что ты поешь. Ну, тем более. А, собственно, в дальнейшем убожество мысли замаскировано за языковым барьером.
добродушные, или мы так хорошо исполняем. Ладно, будем надеяться на лучшее. А, поскольку фантазия у нас скудная, материала не хватало, мы решили дополнить программу кавер-версиями «Нести культуры в массы». Ознакомим вас с творчеством группы The Cure, конкретно периода 80-х годов, а именно альбома 17 Seconds. Песня называется «M». Называется Drunk Disorder, то так или иначе в репертуар должна будет затесаться песня о пьянстве, конкретно о пьянстве рабочих людей. Ну да, тексты, которые сочиняли не другие авторы, не отличаются каким-то выбором тем. Кстати, по поводу пьянства. Черт. Здоровья публике. We'll be right back.
честно, рабочий день закончился. А, ну да, очередной раз культуру в массы, на этот раз из классиков 80-х Bauhaus. Песня называется Who Killed Mr. Moonlight. Музыка и слова Питера Мерфи, Дэниела Джона Хаскинса, Кевина Хаскинса и Дэниела Эша. Consider good lake. An embassy of clocks. Someone search out nostalgia in the back. Someone shot our innocence. And our colors cover up. Yeah.
тоже сопли перед глазами. Just a man, never make mistakes.
песня осталась, так что напрасно вы радуетесь. Продолжаем. Thank you.
Ну да. Концовки не надо сколько. Ну, в общем, на этом у нас репертуар закончился. Всем спасибо, все свободны. Каверы давай. Каверы? Ха. Чуть это... Сейчас подумаю. Ладно, это точно все.
Ну да, кому интересно, за ударную установку Людмила, на басу Саня и я у микрофона с гитарой. А тебя Валик зовут.